Международный день детского телевидения и радиовещания – один из самых светлых и добрых праздников. Он призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Ежегодно, 13 декабря, все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам. Все они настраиваются на детскую волну. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телепрограмм и радиопередач. Отметили свой праздник и юные журналисты детско-юношеской программы «Выше крыши», которая выходит в эфир телекомпании «Орбита» вот уже 16 лет. С этим праздником наших юных коллег пришли поздравить почетные гости. Ребят, мы с радостью принесли вам подарки и поздравления. Ну, во-первых, от народного депутата Украины Недавы Олега Анатольевича, от областной, городской организации политической партии «Наш край», от политической партии «Молодежная партия» и от фонда Сергея Андрейченко. Знаете, вот не бывает бесталанных детей. Есть взрослые, которые не умеют создать условия для того, чтобы дети развивали свои таланты. А здесь, в передаче «Выше крыши», вот не просто созданы такие условия для развития ваших творческих возможностей, но и для того, чтобы вы интеллектуально росли. Мы сегодня поздравляем не только всех вас, но и ваших руководителей. И говорим им огромное спасибо за то, что они позволили вам прикоснуться к великой мастерской творчества. Олег Анатольевич Недава дарит вам вот такой сертификат на получение 5000 гривен для приобретения радиомикрофона. Всего лучшего, ребята. Вам творческих успехов. На вас равняется другая молодежь. Молодцы. И праздничного настроения. Спасибо. Очень приятно, когда ценят столь непростой и значимый труд. Ведь для того, чтобы программа вышла в эфир, зачастую приходится исписать не один лист бумаги и снять не один дубль стендапов. Конечно, учить детей телевизионной кухни – это требует очень много сил, энергии, терпения, мне кажется. Но ты в то же время отдаешь им эти силы и заряжаешься от них, потому что ты от них узнаешь уйму всего интересного. И очень интересно наблюдать, как они осваиваются во всей этой среде, делают свои телевизионные открытия. Принимать поздравления очень приятно всегда, а получать подарки приятно вдвойне. Поэтому мы очень благодарны, что сегодня нам уделили внимание, пришли и поздравили нас с праздником, Днем детского телевидения радиовещания. И очень приятно, что пришли со сладкими подарками и что вручили нам сертификат на 5000 гривен. Я надеюсь, что эта сумма впоследствии поможет нам приобрести радиомикрофон. Вот так приятно и совершенно неожиданно поздравили с Днем детского телевидения наших коллег. А еще стартует новый конкурс на лучший рисунок нашего края, который продлится ровно месяц. По инициативе народного депутата Украины Недавы Олега Анатольевича, руководителя городской организации политической партии «Наш край» Андрейченко Ирины Юрьевны, депутата Покровского городского совета Сергея Андрейченко, объявляем конкурс детского рисунка на тему «Наш край». Мы будем принимать в общественной приемной политической партии «Наш край». В этих рисунках мы увидим огромную любовь детей к своему городу, к своему краю, к своей стране. А кроме того, и знание истории своего края и любимого города. Итоги конкурса мы будем подводить 19 января. У детей есть целый месяц на развитие своего творчества, своих талантов, фантазии. Победитель конкурса получит в подарок вот такой планшет. Я думаю, он пригодится каждому ребенку в своей повседневной работе. Такие конкурсы с такими хорошими подарками будем проводить регулярно, постоянно. Подробнее обо всех условиях конкурса можно узнать в группе «Выше крыши» в социальных сетях.